Снегопады, обрушившиеся на подмосковный регион, задали работы коммунальщикам, создали проблемы автомобилистам, а вот детям принесли много радости, в связи с чем численность населения Видного несколько выросла. Во дворах и на площадках детских образовательных учреждений появились новые жители города – снеговики и снежные бабы. Вот этих наш мобильный репортер снял на территории детского сада номер 9. Один выше другого. Можно представить, сколько пришлось потрудиться дошколятам и их воспитателям. А в прогимназии вовсю кипела работа, когда наш репортер проходил мимо. На разных участках вырастали снеговики, каждый гораздо выше своих создателей. Чтобы снежные скульптуры были больше похожи на людей, в ход шли разные приспособления – метлы, ведра. Да и какой же снеговик без носа морковки? Вот сюда вот, давай нос. Ариска! Тут же строятся снежные крепости, зимние забавы и сейчас, и 100 лет назад у детворы похожие. Еще одно место коллективного снежного творчества у кинотеатра «Искра». Самым маленьким помогают мамы. Ребята постарше и сами могут справиться с такой интересной работой, как катание снежного кома для снеговика. Уже возвращаясь домой, наш корреспондент увидел вот эту замечательную снежную семейку. Особую изюминку ей придала снежная собачка. Неизвестным авторам этой скульптурной композиции особое уважение.